Петр Порошенко призвал активизировать вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом он говорил с действующим председателем этой организации Себастьяном Курцем. Президент отметил, атаки боевиков участились, причем целью обстрелов все чаще становятся гражданские объекты, в частности школы. Нападениям также подвергаются и члены миссии. К тому же им ограничивают доступ к объектам на оккупированных территориях. По словам Порошенко, таким образом противник пытается полностью вытеснить мониторинговую миссию из региона.